То яма, то канава. С пермских дорог вместе со снегом сходит асфальт. В городе стартовал традиционный сезон, когда внезапно на проезжей части то тут, то там автомобилистов встречают выбоины. По этой причине случились уже десятки ДТП. Тему продолжит Евгений Гуляев. Перекресток улиц Автозаводская, Нахимова. Автомобиль Hyundai Getz влетел в образовавшуюся по весне яму. Как итог, пробил колесо. Владелец пострадавшего транспортного средства поспешил предупредить других автолюбителей об угрозе, отправив фотографии в соцсеть. В комментарии под постом полетели боевые сводки с дорог города. Вчера Паушакова влетел в дикую яму в левой полосе сразу после расширения дороги в сторону Закамска. Колесо не пробил, но, судя по припаркованным машинам, менявшим колеса, мне просто повезло. По Автозаводской вообще ужас всю жизнь. На Хлебозаводской три машины пробили колеса с утра. В сторону Героев Хасана и я пробил вслед за ними. Героев Хасана в хлам вообще. Вместе со снегом и асфальт исчезает. Это нормально, но очень бесит. А вот перекресток улиц Советская и Горького. 8 часов утра. Очевидец запечатлел на видео и отправил к нам в редакцию, как под колесами автомобилей произошло разрушение плиты канализационного колодца. При этом машины продолжали проезжать по опасному месту. К моменту прибытия нашей съемочной группы у дыры в асфальте уже работали аварийные службы. Участок дороги был огорожен, выставлены информационные знаки. Плита перекрытия разрушилась в связи с состоянием снега обильным. Зима прошла. Сейчас будем заниматься восстановлением проезжей части, восстановлением плиты перекрытия. К концу дня, либо в ночь мы закончим эту работу. Весной у нас очень много колодцев выходит из строя, потому что перепад температур происходит. Вместе со снегом тает и асфальт. Это выражение уже давно определяет сезон, когда дороги Перми и региона местами становятся крайне опасными. В ГИБДД сообщают, сейчас автоинспекторы усилили контроль за состоянием проезжей части. Качество трасс ежедневно отслеживают патрули. Водителям напоминают, если ваш автомобиль влетел в яму и получил повреждения, необходимо вызвать сотрудника госавтоинспекции для составления акта выявленного дефекта. Это позволит в дальнейшем выписать предписание и наказать того, кто отвечает за состояние дороги. А сам акт послужит одним из доказательств в суде по возмещению ущерба. Водитель либо пешеход выявляют ямы, выбоины. В этом случае необходимо сообщить к нам в дежурную часть 282-06-38, телефон дежурной части, об этих ямах. Туда выедет сотрудник дорожного надзора и тоже отреагирует на ситуацию, произведут замеры и впоследствии выдаст предписание владельцу дорог. Кроме того, можно отправить фото и видео ям и выбоин на проезжей части на официальный сайт ГИБДД в раздел «Прием обращений». Евгений Гуляев, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.